Уважаемые отдыхающие, штормовое предупреждение. Купание запрещено. В течение всего дня через громкоговорители отдыхающих предупреждают об опасности нахождения в воде. Установлены специальные таблички, подняты черные шары – один из главных предупреждающих знаков. Однако некоторые курортники, несмотря на все предупреждения, все равно заходят в воду. В такую погоду шторм, когда сильное течение, называется тигун, купание запрещено как бы. Будьте осторожны. Детей не купайте, конечно, в такую погоду. Плавательные средства, надувные и прочие тоже не нужно использовать, потому что это опасно для жизни. На центральном пляже работает сразу два поста. В каждом дежурят по два спасателя и врач. В их распоряжении аптечки для оказания первой медицинской помощи, спасательные круги и веревки, а также лодка для выхода в море. Спасатели говорят, что с сильным донным течением не может справиться даже опытный пловец, поэтому не стоит рисковать жизнью и лучше прислушаться к специалистам, ведь море не прощает ошибок.